Всем привет! Мы находимся на фестивале «Русская крепость» в городе Приозерск, в крепости Карела. Меня просили рассказать, что это и зачем, что такое военно-исторический фестиваль, я думаю, специально объяснять не надо. Куча людей в непонятных одеждах спят в ледяных промокающих палатках. Кстати, вчера был отличный дождь, прям полное удовольствие все получили. Да, так вот. Одеваются в странные одежды, спят в промокающих ледяных палатках, а утром одевают доспехи, которые хотелось бы, чтобы были точным повторением подлинных средневековых образцов. И идут вот за стеночку бить друг друга алебардами, топорами, мечами. В общем, получать полное удовольствие. Это что такое военно-исторический фестиваль в принципе. Теперь про русскую крепость. Когда-то в России было два средневековых фестиваля всего. Это Куликово поле, где воспроизводились по мере сил события Донского побоища 1380 года, и рыцарский замок в городе Выборг. Одним из основателей, идейных вдохновителей коего является ваш покорный слуга, то есть я. И все. Фактически больше приехать было некуда. Это, конечно, было хорошо, потому что и Куликово поле, и Выборгский фестиваль, рыцарский замок, собирали какое-то ураганное количество участников. Сейчас про такое только мечтать можно. Там по 1200-1300 человек, иногда и больше. Сейчас такого уже нет. Так вот, где-то в начале 2000-х появилось понимание, что фестивалей мало, надо сделать еще. И одним из первых фестивалей, которые являются не Выборгом и не Куликовым полем, стала как раз Русская крепость, Приозерск. Мы довольно давно имели налаженные связи с музеем-заповедником «Крепость Карела». И Марья Петровна Лихая, директриса данного заведения, любезно согласилась фестиваль принять. И вот с 2004 года каждый год мы здесь собираемся. И это один из старейших фестивалей, потому что Выборгский фестиваль, Рыцарский замок, некоторым образом все. А вот Приозерск, Карела живет и не собирается уходить из пространства нынешних военно-исторических фестивалей. Ну, так как все-таки фестиваль старый, он уже, конечно, такого ажиотажа не вызывает, как раньше. То есть людей там по 800-900 человек, как раньше приезжал, уже не приезжает. Сейчас, наверное, на фестивале человек 400. Но это такой испытанный формат, когда есть приятные люди, давно знакомые, то есть чисто дружеское собрание. Но, с другой стороны, а много вы знаете людей, у которых 400 друзей, и они регулярно приезжают в одно место. Я думаю, таких немного. А мы счастливые люди, у нас такие друзья есть. Не знаю, хорошо ли меня слышно, но мы видим сейчас рыцарский турнир. Одно из топовых вообще мероприятий на фестивале «Русская крепость» самого первого года проведения. Сейчас мы знаем, бывают такие замечательные мероприятия, как турнир Святого Георгия, например, в Москве. Там все выполняется, прямо скажем, с блеском. Но начиналось все именно здесь, потому что наши рыцари тренировались, отрабатывали правила, отрабатывали практику настоящего полноконтактного рыцарского конного боя именно здесь. Начиналось все на карельской земле, вот на этом поле. Собственно, уже 15 лет подряд каждый год рыцари здесь сражаются. Если у вас есть сильное желание, можно всегда приехать и посмотреть вторые выходные июля каждого года. Если есть желание поучаствовать, это, конечно, целый комплекс мероприятий, но вам все мечты открыты. Я думаю, мы через некоторое время расскажем вообще о крепости Карела. Это очень хорошее, древнее такое намоленное место. Вот. Ну, а пока фестиваль. Вот деревянный трон Дмитрия Сергеевича Коровкина. Я вот тоже некоторым образом в шелковых одеждах. Вот поэтому давайте до встречи на фестивалях. На сегодня все. Всем пока.